Здравствуйте, дорогие друзья канала «Алга Петербург». Как вы помните, в одной из наших бесед мы попросили Диарс из Кубы связаться с нами. Очень интересно было бы узнать у кубинского фан-клуба, что они думают об этом. Поэтому, друзья, если кто-то из Кубы смотрит нас, напишите нам. Так вот, друзья, мы получили видеописьмо от Диарс из Кубы. И сейчас хотим вместе с вами его посмотреть. Внимание на экран. Доброй ночи. Меня зовут Мария де ла Каридад Торрес Мартинес. Я адвокат. А также я работаю в университете Гаваны. Я хочу рассказать вам о том, как я познакомилась с творчеством Димаша. Я часто пользуюсь социальными сетями, и мне очень нравится шоу «America's Got Talent». Благодаря этому однажды я увидела его и была просто шокирована его мощным голосом. И после этого я стала изучать его. Я сказала себе, что должна когда-нибудь встретиться с этим потрясающим певцом. И я вступила в фан-клубы разных стран, где есть много поклонников Димаша. Вскоре я создала аккаунт в Telegram, и мы смогли наладить контакт с администратором от фан-клуба Димаша здесь, на Кубе. Я очень счастлива и очень рада тому, что у нас такой дружный коллектив. И я рада, что мы выполняем такую важную миссию по продвижению музыки Димаша по всей стране. Именно поэтому мы связались с телевидением и радио. Мы прилагаем большие усилия и работаем вместе. Мы поняли, что, делая эту работу, увеличивается количество людей на Кубе, любящих Димаш. Но Диарс разбросаны по всей стране, и благодаря нашей группе мы их объединяем. Важно, что Димаш уже появляется на кубинском телевидении, так что наша работа окупается. Что я могу рассказать о Кубе? Куба – тропическая страна, она прекрасна. Мой прекрасный остров, как говорится в одной песне. Куба знаменита прекрасными пляжами и колониальной архитектурой. Столице Кубы, Гаване, недавно исполнилось 500 лет с даты его основания. Еще Куба славится своими зелеными полями. Эти пейзажи прекрасны. Люди Кубы – отличные собеседники. Мы очень веселые, нам очень нравится общаться. Мы всегда помогаем друг другу. И нам очень нравится общаться, нам нравится все изучать и разговаривать обо всем понемногу. Мы очень любим обсуждать какие-либо темы. Я надеюсь, что однажды вы к нам приедете, чтобы узнать о нашей красивой стране побольше. Самое наилучшее пожелание Димашу в день его рождения. И сердечный привет всем, кто продвигает его творчество. Спасибо за эту возможность рассказать о нас. Я надеюсь, что эта краткая информация будет вам полезна. Вот такие вот активные Диарс из Кубы, друзья. Кстати, пока готовился этот выпуск, они смогли договориться о еще одном показе Димаша на кубинском телевидении. Но об этом расскажем вам в следующих выпусках. Увидимся, всем пока!